Сегодня же Вячеслав Битаров встретился с заместителем генерального директора компании РЖД Андреем Старковым. Главный вопрос, который обсудили, — реновация Владикавказского вагоноремонтного завода. Предприятие сейчас выполняет обязательства второго полугодия 2018-го. Это ремонт 44 вагонов. Вячеслав Битаров отметил, что на заводе трудятся 400 человек, и республика заинтересована в работе предприятия. Сейчас заводу требуются договоры на ремонт вагонов на более длительные периоды. Это необходимо для сохранения ВРЗ. Андрей Старков отметил, что предприятие социально ориентировано, и компания тоже заинтересована в его работе. В конце встречи стороны решили оценить размер инвестиций, необходимых для реновации завода. Затем выработать дорожную карту обновления предприятия.